В Узбекистане стартовали Дни азербайджанской культуры и литературы. В рамках этого события в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте состоялась церемония открытия бюста заслуженной артистки Азербайджана Кайкеп Алиевы. В церемонии приняли участие гости из Баку, деятели культуры и искусства Узбекистана. Участниками встречи был продемонстрирован видеофильм о жизни и творчестве Кайкеп Алиевы. Имя известной танцовщицы, заслуженной артистки Азербайджана, обладательницы Ордена Дружбы Узбекистана, носит танцевальный ансамбль «Азербайджанские девушки». Кайкеп Алиева пропагандировала азербайджанские танцы в Узбекистане с 1989 года. А созданный ею ансамбль азербайджанских девушек действует при Азербайджанском культурном центре, активно участвовал в культурной жизни Узбекистана. На встрече были особо отмечены заслуги Кайкеп Алиевой в развитии дружеских отношений и популяризации азербайджанского танцевального искусства в Узбекистане. Отметим, что барельеф Кайкеп Алиевой был установлен на здании, где жила артистка. Бюст изготовлен народной художницей Узбекистана Марии Бородиновой по заказу Азербайджанского культурного центра. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялась церемония, посвященная памяти художника Кайкеп Алиевой, осуществляющей свою деятельность в Азербайджане и Узбекистане. На это мероприятие приехали председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Ашаева и другие гости из Баку. Орден Дружбы, врученный Кайкеп Алиевой президентом Узбекистана, является примером миролюбия и нашего уважения к заслугам народа Узбекистана, а также дружественного народа Азербайджана. Вспоминаю замечательную женщину, замечательную танцовщицу Кайкеп Алиеву. Я могу сказать, что я знакома с ней с 70-го года. В течение очень многих-многих лет мы с ней встречались и на сцене, и дружески, и за столом, и семейно. В течение всех этих лет мы дружили, мы обменивались мнениями, делали концерты, выступления. И вот последние 8 лет я непосредственно дружу с центром, где она трудилась и создала свой ансамбль.